преддверии 70-летия Великой Победы архангельские активисты собирают гуманитарную помощь для ветеранов Донбасса. Это уже второй акт помощи жителям Новороссии в нашей области. Организаторами акции «Поморы ветеранам Донбасса» выступили ветераны спецназа, власти Новодвинска, общественные и коммерческие организации. Для участников Великой Отечественной войны из Луганской и Донецкой областей собирают вещи первой необходимости – продукты питания и средства личной гигиены. Акция продолжится у нас до середины апреля. Любой желающий может подойти в центр «Патриот», принести все это. Активное участие принимает Жгилев Владислав Иванович. Он уже не первую такую акцию организовывает. И он у нас самый главный мотор и двигатель этого всего. Все это участники акции отвезут прямо в Луганск. Будут розданы подарки непосредственно ветеранам, живущим на территории этих двух областей. Подарки активисты постараются доставить в срок 9 мая. А пока любой желающий может принести в дом офицеров макароны, тушенку, медикаменты и другие вещи для ветеранов Донбасса. Подарки принимаются ежедневно с 9 утра и до 6 вечера.